что, дорогие друзья, всех категорически приветствую. Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики. С вами, как всегда, на связи The Life, робот распаковки и обзоры. Дорогие друзья, сейчас проходит у нас чемпионат мира по футболу 2018. И завтра, а именно 1 июля 2018 года в 17:00 состоится матч Испания-Россия. Болеем за наших, и по этому поводу к завтрашнему вечеру я закупился пивчундриком. Так сказать, у нас пивная закупка. В общем, вот он, чек. Да, вот такой чек. Поглядите, что я там прикупил. Так, прикупил я пиво «Жигули» барное по 39 рублей 99 копеек. 12 железных банок купил. И еще купил я пиво ТЧХ «Жигулевское» 1,4 литра за 79 рублей 62 копейки. Вот такой чек, как вы видите. И общая сумма закупки у нас вышла на 559 рублей 50 копеек. В общем, пивная закупка на 559 рублей 50 копеек. 13 «Жигули», «Жигулевская», 13 пивчундриков, 12 железных банок и одна полторашка на 559 рублей 50 копеек. В общем, давайте-ка я вам продемонстрирую их. Это вот такой вот «Жигули» барная, Моспивко. Здесь у нас имеется надпись «Моспивком», 1968 год, высший сорт, «Жигули» барная. Вот такой вот у нас пивчундрик в железной банке. 4,9% оборота, алкоголь, фирменная вода, солод, хмель, экстрактивность начального сусла 12%. «Жигули» барная. Вот такой вот у нас «Жигули», сварено по фирменному рецепту ресторана «Жигули». Так, здесь у нас штрих-код. Russian Beer. Пиво светлое, фильтрованное. Жигули барное. Вот так вот у нас выглядит. Это у нас первая железная банка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. Десятая. Одиннадцатая. 12. Вот такой вот у нас ассорти получилось. «Жигули» барная. Да. И еще прикупил «Жигулевское» пиво. Оно уже в кадр не помещается. Поэтому можно вот так вот подвинуть поближе. Так, вот так вот. Глянь. Гляньте, обалдеть. Во. Все равно в кадр не умещается. Так что вот такая вот пивная закупка получилась, да, дорогие друзья. Во. Даже что-то потемнело уже. Так что давайте уберем. На свет обратно поставим все это. Во. Во. Вот они, красавцы. К завтрашнему матчу готовы. Просмотр чемпионата мира по футболу. Матча Испания-Россия. О. Так что вот так вот. Да, дорогие друзья, к
Кому понравилась такая пивная закупка, ставьте лайк, дорогие друзья. Оставляйте ваши комментарии. Так что буду завтра смотреть матч Испании-России 17:00 1 июля. На этом я с вами попрощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки за пивную закупку. Всем большое спасибо за просмотр. Делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал. После подписки обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи. Все, давайте бухать. Все, пока. Пока.